Мы познакомились в 2005 году на съемке «Большие гонки». Так вот я сидела на трибуне, начиналась игра. И он идет, он смотрит на меня вот так вот сверху вниз, я на него вот так вот снизу вверх. И он говорит: «Наталья, а рядом здесь вот свободно, я могу присесть?» Ну, во-первых, я офигела, что он знает, как меня зовут. И произошел, знаешь, такой вот просто стоп-кадр, когда в фильмах снимаются встречи какие-то, когда все останавливается, все замирает, и есть только они и музыка. Вот у меня вот так произошло. И внутренний голос очень четко сказал: «Это твой будущий муж». Не обманул внутренний голос. Ничего я увидел Наташу и как-то сразу, сходу. У тебя тоже было ощущение, что это твой человек? Ну, да, да, да. Вот на такое ощущение. Оно прямо воздухом. Вот так отворачиваешься, и дышать тяжело. Потом поворачиваешься, и все, дышишь. И все. И вот после этого как-то я ушел, ощутил это невменяемое чувство, когда не хватает кислорода.